Осенний призыв. Первая команда призывников отправляется в армию. Поздравить ребят с этим важным в их жизни шагом, разделить с ними волнующие минуты и просто проводить в солдаты пришли их родственники, представители власти и духовенства, командный состав военкомата. От всех провожающих в этот день звучали слова напутствия. Не переживайте, ребят, время летит очень быстро. Год пролетает в войсках, как, наверное, 2 месяца обычной гражданской жизни. Поверьте, скоро вы будете уже здесь провожать своих друзей. Кто-то младших братьев будет отправлять в войска. Не переживайте и помните, что за вами находятся ваши семьи. Они ждут вас. Ребят, хорошей, удачной службы, без происшествий, чтобы все вернулись домой живые и здоровые. Удачи вам! И вот наступает минута, когда звучит вечная музыка русского воинства. Марш прощания славянки. В основном все у нас идут с законченным образованием. Это и техникумы, и институты, кто закончил отсрочку, прошел сейчас комиссию. Вот, кто у нас весной не ушел в связи с выполнением плана, вот, получали дипломы. Поэтому ребята идут все с образованием, и средним, и высшим. В команде призывников, которые первыми отправились служить в армию, 28 человек. 20 из городского округа Щелково и 8 из Фрязино и Лосино-Петровского. Всего этой осенью пойдут на воинскую срочную службу 230 наших земляков. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.